Всем-всем большой привет! Вчера я получила свой заказ с интернет-магазина Тосаф. Приобрела я там одну вещь из одежды и кое-какие интересные украшения. И причем одно украшение будет еще и необходимое и нужное. Давайте я начну вот с этого вот джемпера, который можно назвать еще и пальто, потому что очень похоже оно на пальто, хотя там написано, что на сайте типа свитер. Во-первых, это была очень недорогая вещь и достаточно красивая. Мне сразу понравилось, как смотрится вот такое вот пальто, но уже я буду так называть это пальто на сайте на иллюстрациях. Я ссылку обязательно оставлю, пройдите, посмотрите. Там порядка 6-7 где-то было расцветок. Долго я колебалась, думала взять себе темно-зеленый или бордовый, но выбор все-таки остановить решила на бордовом, потому что этот цвет мой один из любимых. Хотя зеленый я тоже люблю. Давайте по продукту. Я немножко ошиблась с размером, даже не то чтобы немножко. Я не знаю, почему меня так переклинило. Я была 2XL, похудела до 1XL, планировала худеть дальше. И представляете, увидев, что на сайте есть большие размеры, я зачем-то заказала 3XL. Наверное, я не верила, что я все-таки похудею. И взяла на вырост. Но не знаю, из каких я соображений это сделала. Когда оно ко мне приехало, 3XL, я подумала, что это продавцы ошиблись и мне прислали не то. Но оказалось, что нет, это я умудрилась так заказать. Ну, давайте ближе к делу, я покажу вам все-таки, что это. Пальто хлопок. Но внешне, посмотрите, видите он какой? Он очень похож на флис. На сайте написано, что стопроцентный хлопок. Он идет как с начесом. Нежный-нежный, приятный-приятный. Вот как флисовое одеялко. Вот так вот, настолько оно приятно к телу. Украшено все это красивыми пуговками. Даже сама модель называется типа рога быка, как-то так. Видите, очень красивое оформление идет. Три пуговки. И что очень важно, идет внутри молния. Это классно. Внутри также идет вот такая, как с начесом. Она не подкладка, а идет задняя сторона вот этого материала. Как пальто, конечно, я, ну, с трудом назову, потому что если пальто, то на теплую весну, на теплую осень, ну и, конечно, летними холодными вечерами эта вот вещь классно будет. Я обязательно вставлю фотографии, как это смотрится на мне, посмотрите, но сразу оговариваюсь, ну, не стоит этого даже писать, мне оно велико. Ну, я не буду искать подруг, кто бы одела и в самый раз было, я уже покажу именно на себе. Так у меня тело такое, что сегодня XL, завтра 3XL может быть. Поэтому пусть будет. Я думаю, что зимой под 2-3 джемпера, как я бывает одеваюсь, как капуста, это будет, ну, классный вариант в любом случае. Воротник. Смотрите, какой тут классный воротник. Вот такая вот тут шуба просто. Я уже дома хожу, на улице ночами до 0 градусов доходит, днем плюс 8, плюс 9 на улице, а отопления у нас до сих пор нет. Поэтому для меня это сейчас просто домашнее спасение. Я прямо на водолазку одеваю эту шубу. Когда утром холодно дома, я этот капюшон на себя одеваю. Ну, в общем, сегодня я провела день просто в огромном удовольствии. Очень прямо понравилось. Конечно, надо было меньше брать размером, но ничего не поделаешь. Приехала эта вещь достаточно мятая. Мы ее отгладили. Гладится прекрасно, отглаживается хорошо, прям вообще без проблем. Даже можно было и с паром. И я ее даже специально так кидала, ну, чтобы она вот как бы вот повалялась вот так. И не мнется, практически не мнется, то есть не страшно. Если придираться, ну вот, видите, есть ниточки. Вот в отношении пошива пошито
не очень аккуратно. Но если вы пройдете по ссылке и посмотрите цену, то за такую цену, я думаю, ниточки обрезать и привести в порядок не составит никакого труда. Так, давайте еще где-нибудь покажу, как. Но в целом прошито неплохо. Я не знаю даже, где тут еще можно придраться. Ну, давайте вот здесь вот шов посмотрим на рукаве. Ну вот, видите, вот так. Но для меня, вот, особенно как для швеи, это такая ерунда. Мне несложно подрезать какие-то нитки. Если будет совсем необходимо, я, конечно, его ушью. Это тоже будет не проблема. Это я вот уж просто для вас оставила эту бедную ниточку, чтобы показать. Но вообще нитки торчат, торчат. Тут даже где-то еще я тут видела. Вот, видите? Если придираться, ну, то есть. Но на шве это никак не влияет. То есть шов остается простроченным, поэтому все это я лишнее уберу. Смотрите, я вставила, наверное, где-нибудь здесь фотографии. Я еще учусь в видеоредакторе работать. Постараюсь вставить фотографии, чтобы вы посмотрели на мне. Ну и давайте дальше. Следующее, что я буду показывать. Давайте я вот так вот сделаю. И буду показывать здесь же. Это смарт-часы. Вот такой браслет. Вот так вот он выглядит. Этот браслет идет, вот видите, с циферблатом. Показывает. Так, сейчас еще разок. Время. Шагомер. Это сколько шагов тут, наверное, прошли. Это калории, по-моему. Пульс. Но сейчас, видите, тут идет подсветка. Надо повесить на место, чтобы он показал пульс. И батарея. В 10 расцветках был такой браслет. Он водонепроницаемый, сам вот футляр. У него идет кабель для подзарядки и идет инструкция по применению. Так, инструкция идет на, кажется, китайском, английском языке. Вот я не посмотрела, русский есть тут или нет. Но нет, китайский и английский. В любом случае, я ссылку оставлю на русском языке, там подробная инструкция. Я выбрала серый из 10 цветов, чтобы он подходил как мне, так мужу и ребенку, сыну. Потому что эта вещь такая универсальная. Размер браслета регулируется. Тут, видите, такая кнопочка от достаточно объемного. Вот смотрите, какая рука, я в него даже так залезу. Вот. И можно на меня прямо плотненько-плотненько одеть. То есть у меня, например, ребенок мальчик. Ну, видно, что прямо если на вот, смотрите, если на последнюю, то я еще не дотянулась, но вот прям ручонка совсем маленькая может поместиться. Вообще отличная вещь. Очень понравился этот шагомер. И вообще этот браслет и на руке симпатично смотрится, и у него большая-большая такая интересная способность. Для тех, кто занимается спортом, кто много двигается, ходит для того, чтобы, ну, как-то сбрасывать калории, то эта вещь очень нужная, поэтому ссылку оставлю, проходите. Долго я думала, что еще мне такое интересненькое взять, и решила побаловать наконец-то свою голову. Потому что у меня заколок почему-то стало мало. И взяла я несколько заколок. Взяла я их вот в таком формате почти все. Первое, вот просто влюбилась. Я обязательно вставлю тоже фотографию, как она смотрится на голове. Вот такая красота в форме листика. На черных волосах, на темных красиво. Такой зажим. Мы его называем автомат, да? Бывает, что здесь 2-3 раза щелкает, тут один. Все волосы на полной, ну, полностью на голове не соберутся, видно, она небольшая. Но пол головы или верхнюю часть волос можно убрать в эту заколку. Либо, когда вы сделали прическу, скрутили волосы, может быть, в кулек, и где-то сбоку по голове
приколоть этот лист, будет ну просто шикарно, очень красиво. Понравился, прям очень понравился. И три пары невидимок я взяла, которые между собой в чем-то схожи. Сейчас я покажу поближе. Это вот такие веточки. От блеска даже камера не хочет фокусировать. Давайте я сразу все положу. Тоже покажу, как на волосах они смотрятся. Очень трудно было сфотографировать, потому что камера от вспышки ловит вот этот блеск веточек и плохо показывает, отсвечивала прям. Еле поймали фотографию. Вот такие вот невидимочки, очень симпатичные. Мне понравился вот этот вот вариант веточек. И такое под старинное золото немножко смотрится. И сбоку смотрится это все вот так. Вот такая красота. Я заказывала на сайте еще себе колечко, но его не было в наличии. Поэтому ссылку я оставлю вам тоже и на колечко. Но когда оно приедет, покажу уже чуть позднее. Очень довольна я своим заказом. Пальто, конечно, может, я не рассчитала с размером, но тут уже моя вина. Кстати, заколочки все пришли. Каждая заколка была в своем пакетике. Не россыпью, а каждая была в пакетике. И так как они были парами, то пары были скреплены между собой вот такими вот зажимами, степлером. Поэтому мне это понравилось. Вот такой вот был у меня заказ, которым я осталась дико довольна, в большом восторге. Проходите по ссылкам, знакомьтесь с этими товарами, может быть, вас что-то другое заинтересует. Всем спасибо огромное за внимание, за просмотр. Всем пока!